Всем привет, друзья, с вами, как всегда, Драйвер 51 груз. Сегодня на обзоре у нас будет ГАЗ-34, автор мода Рони Роман. Мод приватный, ребята, ссылочка будет под видео на канале, чтобы пройти на самого автора и приобрести данный мод. Также в группе там будет выложено видео, и там же тоже будет ссылка на Романа. И в разделе товаров группы также будет ссылочка. Нажимайте там посмотреть полную информацию или показать все там, я не помню как. И ссылочка будет прямая на Романа, и проходите, и по поводу приобретения данного мода обращайтесь к нему. Мне писать не надо. Так. Давайте посмотрим ГАЗ-34, я думаю, как всегда, Роман нас порадует различными анимациями, различными аддонами. Я думаю, их будет куча, как всегда. Машина мешками, ребята, пока подвисает немножко, прогружается, поэтому подождем чуть-чуть. Угу. Вот он у нас автомобиль в такой текстурке прикольной, желтенькой. Колеса, диски светленькие, перекрашенные. Видите, опытный написано за место номерного знака. По текстуркам что могу сказать? Ребята, просто все, как всегда, обалденно. Вот все, присутствует анимация карданов. Давайте заведемся, думаю, свой звук будет, как всегда. Угу. Да, ребят, свой звук, анимашка, все как надо. Я думаю, что, наверное, анимация руля однозначно, да, как всегда. Вид из салона присутствует. Анимация, водитель есть. Ой, не то нажал, сорян. Вот, обалденно, конечно. Давайте по свету щелкнем. Все, ребята, блин, мышка тупит. Свет все есть у нас. И, конечно же, наверняка есть анимация кабины. Сейчас я посмотрю, просто не загружал. Да, конечно. Как всегда, поднять, ребят, кабину. Тут у нас есть мотор, все как положено, раздатки, рычаги, все как надо. Наверняка открываются двери, да, левая, правая, капот открывается, ребята, как всегда, там стоит фильтр воздушный, торчит с мотором, трамблер вон видно. Давайте все закрываем. Думаю, как всегда, тут будет куча аддонов. Роман, как всегда, Я думаю, не поскупился, надел множество. Все, ребят, на русском языке. Фары, ага, противотуманные фары ставятся, ребята. Что ремонта? Ну давайте побежим сразу, как бы по, или давайте по колесам пробежимся. Давайте, наверное, пробежимся по колесам, поставим его как-нибудь так, как-нибудь вот так. Блин, ребята, мышка тупит. Спасибо за донат. Один из подписчиков продонатил. Очень хорошо. Надо будет, ребята, мышку новую купить, чтобы вот так вот на обзорах не прыгать. Ссылочка на донат, ребята, присутствует. Так что, если у кого-то есть желание оказать помощь в развитии канала группы, как-то поддержать, то ссылочка там есть, можете закинуть, написать сообщение. Так, и погнали, ребят, по колесам. Парадные. Ух ты, блин. Ну, Рома, как всегда, красота, красоту наводит. Все обалденно. Большие колеса. Ух ты, ёшкин кот. Вот это тапки. Вот это тапки. Причем, заметьте, все тут промежуточек между колес, как положено.
Есть, то есть колесо на колесо не залазит. Ух, обалденный вообще. Вот это сандали. Вот это тапочки. Цепи на колеса, ребята. Ага. Вот какие цепки. Все. В грязи можно нам смело ехать, не забуксуют. Протектор меняется тут на следующих колесиках. Ух ты, ёшкин кот. Такие как утопленные диски, видите, прикольно сделано. Так, шоссеечки давайте посмотрим. Обалденно. Все есть. 70. Красивые, качественные колесики вообще, ребят. Да ёшкин кот, это мышка. Еще колесики. Ну давайте, я не знаю, как, какие нарядить. Тут столько колес, ребята, просто миллион. Так. Стандартная резина. Парадная. Давайте, может, такие оставить. Нет. Ну ладно, давайте оставим такие. Так, ладно, погнали по аддонам. Так, фары. Фары. Кузова тут у нас пошли. Так, два кузова, бортовая. Давайте будем ставить пока то, что ставится. Ух, как всегда, ёшкин кот. Ну давайте посмотрим. Тут цепляется, ребят, пушка. Это от серии 66-х газона. Значит, я думаю, наверное, тут полевая кухня стопудово есть. Вот. Есть все. Прицеп. Шишиговский. Бортовой, ребят, прицеп. Опа. Тоже видали, по-моему, на 66-м. Так, самосвал. Это на кузов просто самосвала, да? Так, еще прицеп, ребят, присутствует. Опа, вот такой вот кунг. Прикольно. Ну-ка, попробовать катнуться. Все. Отличненько. Ну, я думаю, кунг и так, наверное, есть еще, наверное. Так, ну это книга, лебедка, лопата. Давайте лопату ставим. Впереди она, как и на 66-м ставилась. Вот она. Лопатка у нас. Шторки сзади вешаются вот сюда. Видите, сейчас повесим, и водителя не будет видно. Ставим шторки, лебедка. По функционалу, вот смотрите сами по видео, там, видите, выскакивает по ремонту, то есть читайте, смотрите. Так, книга по руководству, это на капот, ребят, ставится, вот, ложится. Вон она, на самом капоте. Да ё-моё, табличка мешает. Вот книжка по руководству. Использование транспортного средства, да? Давайте книгу тоже кинем туда, пусть она будет. Утеплитель, как всегда, ставится, да, на морду. Ну-ка, где он? Вот такой, ребят, утеплитель. Вентилятор с анимацией, ребят, в салоне. Это сейчас вот покажу. Вот он есть. Все это мы поставим. Так, защита фар. Ага, защита фар есть. Я думаю, тоже с анимацией наверняка стопудово. Так, защита фар 3. Открывается, ребята, защита фар у нас. Вот она. Закрывается, все. Все, ребята, работает. Так, ладно, погнали. Аддонов очень много, и каждый раз у Романа получается очень громадные обзоры. Так, давайте будем ставить все, что, как говорится, сейчас не приколочено. Так, контейнер мешает прицеп. Так, прицеп точно я поставил. Так, кран, кунг. Кунг, давайте посмотрим. Кунг такой. Та-та-та-та-та-та-та. Не багажник, фары. Короче, всего, как всегда, куча. Ладно, скидываем прицеп, где он у нас есть. Прицеп, прицеп, ты где? Прицеп цистерна, ребят, еще есть. Давайте посмотрим. Ух ты, ёшкин кот. Вот я еще такую цистерну не видал. Что-то новенькое. Обалденно, слушайте. Ну-ка. Ух ты, ведро сзади болтается. Кстати, ведро вообще путевое, ребят. Не то, что там некоторые выкладывают ведра свои, такие ромбообразные.
фонари такие кривые. Рваный брызговик, заметьте, ребят. Вообще офигенно. Ну, Рома, даешь. Вообще супер. Прикольно. А, ну анимация, что-то я тут на брызговичках не вижу. Ну, я думаю, Роман долепит стопудово. Можно сделать такой качественный аддончик, ребят, вообще. Качественный прицепчик. Так, где? Ой, блин. Сейчас опять, я говорю, заполутаем фары. А значит, до фары так. Так, ну погнали, ребята, да? Поедем мы сразу. Контейнер ставим. Бах. Контейнер. Что он там дает-то? 1000 ремонтных очков. Офигенно. И текстурочки, смотрите. Запасочка. Номерочек. Все. Как всегда, анимашка. Все прикольно. Офигенный, ребята, дончик такой. Скидываем. Так. Погнали. Кран. Есть кран, ребята. Бортовая платформа такая с краном ставится. Такая платформа ставится. Естественно. Все, тут анимация брызговичков будет присутствовать. Угу. Так. А ну давайте это загрузим, наверное, сразу, да? Попробуем его грузануть. Посмотрим. Кран немножко тут, конечно, болтается. Сильно. Ну, естественно, анимация крана есть. Все как положено. Все, ребят. Выдвигается, все задвигается, уже не будет. Лапу давайте вверх-вниз. Видите, все ходит. Лапы, стрела. Следующая стрела. Все вернуть. Все, убираем, короче, мы все это дело. Давайте грузим. Короткие бревна. Есть, ребята. Так. Давайте скидываем сразу платформу. Ставим вторую с колесом такой. Так. Тут тоже у нас это платформа ведет бревна. Все, запаска там не мешает. Как положено, все. Место под запасочку, под бревна выделено. Есть контакт. Скидываем. Так. Это у нас кран был, да? Где он? Кран, кран, кран. Где? Вот он. Давай. Давайте дальше. О, ребят, манипулятор присутствует. Опа. Задом наперед, кстати. Платформа лесовоза. Обалденно, ребят. Проверяем. Проверяем. Так. Что нажать? Так, три манипулятора. Сейчас, ребята, я погоняю этого. Что-то надо нажать, наверное. Стрела 9. Ага, вот. Может, я чуть не пройду. А, вот. Понял. Все, догнал. Все, ребята, тут все работает. Все замечательно. Опоры тут также присутствуют. Ну-ка, опоры. Но это все надо отдельно каждую, походу, выдвигать. Да, вот она ходит. Левая. Вот левая лапа. Пошла лапа. Вверх-вниз повернуть. Повернуть. Четверка на захват, нет? А, вот захват. Ага, все. Так, вернем его назад, давайте загрузим платформу лесовую. Так, есть тут уже 3 очка ведет, обалденно. Так, ладно, ребят, скидываем. Чувствую тут, сейчас опять я инструменты, бортовой прицеп. Ага, ребят, вот есть бортовой прицеп какой-то. Давайте его загрузим. Ну, это, наверное, под самосвал надо попробовать. Или под борт. Самосвал. Нет. А самосвалу нужен кран. Ладно, бортный. Так, это мы прицеп нашли, да? Прицеп.
Так, кузов. Кузов нам требует запаску. 1-2. Давайте ставим запаску. Ставим кузов. Сейчас загрузимся вот в таком макаре. Опа. Бортовой. Есть. Все, ребята, вот такой здоровый. Блин, скрин опять не делаю. Вот. Вот черт побери, как говорится, да? Давайте попробуем назад выехать. Свои колесики там на прицепе, я смотрю, тоже прикольные. Снимем как-нибудь там подкрасться к тебе надо. Давайте скрины делать. То все, я забуду, как обычно. Так. Все, кузов грузится, прицеп у нас ребят грузится. Так, есть контакт. Разбились. Прицеп нам надо скинуть. Где он есть? Да и тут надо скинуть. Так, скидываем кузов. Есть контакт, прицеп, теперь надо найти бортовой прицеп, есть гаражные части, ребят, гаражные части у нас есть свои, ведро цепляется, так, багажники, давайте пройдемся по багажничкам тоже, на крышу, такой с цистерны, ребята, ее огнетушителями, багажник, есть такой багажничек. Так, кузов-то что-то, наверное, у нас должно грузиться по-любому, мне кажется. Так, давайте скидываем. Ага, опа, ничего не грузится, странно. А, это гаражные части. Так, гаражные части. 4 очка гаража дают на него, так вот. Угу. Так, бортовую, так, мы запаску набирали, да, платформу. Так, это кран, кузов 2, вот кузов 2 у нас. Все, тут тоже анимация, брызговичков, все есть. Ага. Так, грузим короткие. Короткие, все, 3 очка загрузки есть, ребята, скидываем. Кузов, дальше. Бортовая платформа, ну тут кран, это мы смотрели. Кран Кунг, ага. Кунг 800 ремонта, давайте поставим, ребята. Прикольно, что? Что я могу сказать? Прикольно. Давайте такой скрин сделаем. Сейчас мы еще прицепим к нему, прицепик какой-нибудь. Надо как-то его поставить так на солнышко. О, как так. Ладно, бог с ним, короче. Давайте посмотрим, что-то еще грузится, не грузится, потом поставим все эти. Так, скидываем. Ладно, Кунг. Кунг не грузится, ничего там. Идет ремонт. Скидываем Кунг. Так, бортовой гаражный ведро, запаска, лопата, утеплитель, прицеп, цистерна, прицеп. Так, бортовой. Давайте бортовой прицеп грузанем. Бортовой прицеп, короткие доски, ребята, грузятся. Одно очко, да? Загрузки, все, есть. Аж колеса в разные стороны, смотрите, разошлись и нету покрышек на внутренних дисках. Но тоже клево. Так, ладно, скидываем. Тяги. Фишки на жизнь. Бортовой прицеп скидываем. Давайте посмотрим, что тут мы не станем еще. Так, кузова, фары, платформа, контейнер, кран, Кунг, бортовой, инструменты. Нужен самосвал. Так, самосвал. Где у нас самосвал? Самосвалу нам надо кран.
Снимаем запаску, ставим кран, ставим самосвал, где-то есть. Есть самосвал, так. Давайте посмотрим, камни, ребята, грузятся у нас, самосвал. Вот, одно очко самосвальное. Так, что-то еще есть. Цистерна защита, вентилятор, утеплитель, инструменты. Ага, вот, ящик с инструментами, 50 литров, 200. Ремонта дает. Прикольно, кстати, ребят. Лопата, канистра у нас, тут ящик с инструментами. Прикольно, ну-ка давайте скрин. Скрин по-любому. По-любому давайте скрин. С этой мишкой. Одни, как говорится, плохие слова насчет мышки. Есть скрин. Так, скидываем, ребята, кран. Так. И давайте что-нибудь загрузим его по самой помидоры, наверное. И попрем уже. Да, по-моему, все мы посмотрели. Прицепы. То все. Что вроде есть. Так. Стоп. Машина. Так, контейнер мы смотрели. Ведра, запашки, багажники, книги, лебедки. Лопата, шторки, утеплитель, вентилятор, защита фар. Все посмотрели мы это. Давайте поставим защиту фар. Защита фар, прицеп цистерна мы посмотрели. Кунг. Самосвал, бортовой прицеп. Кухни. Это все есть у нас. Так. Теперь мы ставим, где-то у нас должен быть прицеп. Где прицеп есть? Вот Рома. Андонов. Миллион, как обычно. Так. Ставим, ребят, бортовой прицепчик. Давайте. И кузов вот такой желтенький, наверное, поставим, да? Давайте желтенький поставим, надо запаску нам. Ставим запаску, ставим второй кузов. Так, есть. Есть, вот так мы сейчас загрузимся. Три очка загрузки, прицеп-то где? Два, пять очков загрузки, ребят, вообще обалденно. Открываем. Так, стоп, три, значит, отвар. Поднимите мне веки. Опа, как ты не видишь. Все. Свет у нас есть. Все. И все, ребят, погнали, наверное, в таком макаре. Все вроде посмотрели. Поехали. Обалденная шашига, ребята. 34-й газ у нас тут. Вот давайте такой скрин сделаем. Да ёшкин дрын. От прицепа что-то щелкнуть я. Не могу понять, что я не могу поймать ее никак. Да и полна мама. Да что ты будешь делать? Вот никак, никакую-нибудь. Давайте вот такой скрин сделаем, ладно. Все, погнали. Ух, звук у нее вообще обалденный. Приятно ехать, ребят, на такой машинке. Как всегда, Роман на высоте. Пятерка с плюсом. Вентилятор у нас тут болтается, все, жара, кондиционера нет. Тачка огонь. Да, все три варианта шушит, ребята, вот, ну, что 66Б, что просто 66-й газон, что 34-ка, все, ребята, клевые моды. Роман, как всегда, радует нас приятными. Вот тут замена 66-му дефолтному, ребят, как обычно. Могу сказать, что дефолт в игре говно,
по сути. Да, вот такие надо модули реально реализовывать в игру. Ну, тяжко тебе, дружок-то, да? Ну, буксует. Пишут, налезет. Как говорится, да? Давайте с прицепа отсюда возьмем. Ух, туго-туго. Надо было брать мне сразу, ребят, наверное, с повышайки горку. Что-то я тупанул. Повышайка у нас, естественно, не для грязи. В грязи машина любая будет на повышайке садиться. Повышайка, вот нужна вот горочки вот эти всякие преодолевать, чтобы машина не захлебывалась, там не перечелкивалась по передачам. Прицеп обалденный, конечно. По текстурочкам все зачет просто. Давай, дорогой, полди, российский автопром. Ну скажу, ребят, адекватно все ползет, сколько ведет машина, правильно, с прицепом идет. Вот вижу тут, по-моему, не знаю, сейчас гляну, конечно, прицепки. Мне кажется, меня. Ну ладно, выключить. Это какие-то текстурки немножко там на прицепе что-то. Мне кажется, что-то как-то там слегка не так, ну. Может быть, я ошибаюсь. Чёрно, понижайте, поползли. Давайте подбавим газку ему. Проходимость, ребята, с прицепом говнище ползет просто на ура. Скидывать их люди. Вот так вот. Так подгазовывает, так приятненько, так хрюкает. Кривоватая дорожка, да? Надо тормозить. Поговорка тормоза придумали трусы. Это для дураков, ребят. Надо тормозить. Пыльца пихает, как вообще поднимает жопу. Будем аккуратненько. Тут у нас река будет, наверное. Ух, как у него там все по дном ходит, ребята, вся подвеска без пулок, анимация. Все, ребят, проделано обалденно, конечно. Не-не, ребят, машинка хорошая, приятная даже. Что внешне, что ехать на ней, управляемость, проходимость, ребят, все на высоте, как говорится. Аромат отсюда нас порадовал очередным автомобилем. Стоимость, в принципе, небольшая, поэтому, ребят, ссылочка будет на Романа прямо под видео, да, и в группе также можете проходить прямо на Романа и по поводу приобретения данного мода обращайтесь прямо к Роману. Мне можете не писать, что вас заинтересовал товар, я вас буду все равно отправлять к Роману или вообще не буду отправлять, смотрите ссылку ниже. Ссылка на самого автора, ребят, будет в описании видео и также в моей группе. Так, лесоповал, было равно, надо, да, разгружаться, давайте разгрузимся тут. Бабам, все, ребят, все разгрузили, все завезли, так, скидываем. Где же тебя теперь найти? Прицеп нам надо найти, да? Прицеп, ты где прицеп? Портовой прицеп, по-моему, да?
Кажется, есть. Так, ребята, скидываем еще борт. Какой кузов у нас стоял, да? Так, ставим кунг, ставим прицеп. Мне понравился такой. Где он? Ты где? Вот он. Ух, ёп. Что-то... А, потому что рядом кунг, сцепка, видите, как близко. Ну ладно, ничего страшного. Как бы не смертельно, давайте еще раз попробуем. Понимает, гляди, сволочь. Какая. Что-то тут маленький косипорчик. Ну и ладно, бог с ним. Машина не улетела. Ничего страшного. Так, давайте посмотрим, что у нас тут по колесам, да. Большие колеса. Давайте-ка воткнем большие колеса. И ломанем на больших колесах. Скрин такой можно сделать. Эпстепственно, ребята, сделаем скрин. Сейчас мы как-нибудь так вывернем. Вот так как-нибудь. Вот такой скрин. Еще. Поехали. Да, давайте поедем по грязи. Подтащим прицеп мы, да? Все, что работает. Прям, знаете, раз они большие тапки, значит поедем мы сюда. Автомат понижайте. На полную давайте поехали. Отлично. Тащит. Только дай дорогу. Ёчку. Возьмем пока тут. Меряем. Давайте поменьше сделаем обороты. Вот тут грязь-то такая. Довольно-таки жестковатая. Ну да, просто... Отлично, идет автомобиль. Только с учетом, что он еще, ребят, прицеп с собой тащит. Вот это тапки, конечно. Ух, вообще огонь. Просто жесть, они ботинки такие. Ух. Это тапочки. Приятные такие. Давайте втыкаем автомат, наверное. Сейчас он тыкнется только на вторую. Давайте повышайте ее. Вот для чего нужна повышайка. В горочку, ребята, воткнули и пошли. Чтоб он не перещелкивался на передачах. По грязи на повышайке никто не едет, только не умеющие ездить, наверное, товарищи гоняют и говорят, что вот проходимость говно. Это не проходимость говно, а ездить надо уметь. Грязь надо на автомате. Автомат встал, ребята, машина на автомате встала. Понижайку воткнули. Или вы чувствуете, что на автомате почти не втаскивает. Перещелкиваете, ребята, на понижайку и поехали. Повышайка это так, для горочки. Или чтобы машина не захлебывалась там на каких-то там участках дороги. Там. Ну, никак не в грязи. Поэтому... По топливу у нас 210 литров. В принципе, расход у него отличный. Скажем так, не шальной, как на некоторых модах. Давайте, ладно, прицеп этот отцепим. Поедем пошустрее. Тут я еду, берем прицеп, чтобы не потерять. А мы тут дадим на этой шишиге. Вот тормозим. Да, подвесочка, ребята, играет вообще на ура, так все реалистично сделано. Ух, вот это сандали. Тапки, конечно, просто великолепнейшие. Прям, Роман, спасибо тебе. Аппарат зачетный просто. Многие, конечно, там начнут. Вот шишига, нафига она нужна. Да,
Нужно, ребят, нужен, в принципе, любой мод, там, и легковые, и туары, и те же самые, и газели, и шишиги, там, все надо. На всем можно погонять, под все, ребят, можно сделать карты, мод покупать по-любому, как бы, я считаю, что, да, за мод можно отдать деньги, потому что мод можно использовать на кучу различных карт, да, сделать самому, присутствует редактор карт, да, можно, например, научиться там посмотреть обзоры и сделать. А карты покупать по стоимости игры, там я видел, продают там по 1000 рублей, там и 500 рублей есть карты, как бы, да я не вижу смысла покупать карту одноразовую, там, ну, прокатились один раз, два раза, три раза, обзор записали там на нее. Все, ребят, карту просто берете и выкидываете. А мод, ребята, пусть он даже стоит там хоть 1000 рублей, да, бог с ним, ну, на любую карту запихнете и поедете. На какую хотите, сами карту сделайте. Хотите, на заказ карту сделайте, как бы, ну, как бы, я считаю, что в разумных пределах ценовой категории, да, ну, уж никак там не за 1000, да даже не за 500, понятно, что с картой люди сидят, ковыряются. Но карта — это одноразовая вещь, ребят, по сути. А мод — это, можно сказать, навсегда. Ну, пока, конечно, не выйдет какое-нибудь очередное обновление от наших разработчиков. Как обычно они это любят делать. Что потом приходится все моды переконверчивать. Да, проходимость вообще замечательная, тапки на ура. Прямо просто они как-то не чувствуют такой сложности в прохождении по грязи. Ух, ух, ух. Так что, ребят, мой, конечно, совет — приобретайте. Мое мнение, ну, с удовольствием, как бы, такой мод я бы приобрел. Ну, так как Роман дал машинку на обзор, поэтому мне она досталась, конечно, бесплатно. Но сами понимаете, все это плюс Роману, как бы, ссылочка прямая на Романа будет, и Роман сам будет заниматься продажей своего мода, не, как бы сказать, не ущерб себе, то есть без различных там процентов, как некоторые товарищи, скажем так, просят, или я не знаю, требуют за обзоры, за продажу. Кстати, антенки, ребята, анимация антенок есть. Анимация антенн, ребят, на кучу. Что-то я не обратил внимания, смотрите, болтают. Да, ходят, он как, ой, блин, аж с этой анимацией проехал. Да, вот, видите, как они молодцы. Обалдеть, ну, Рома, Рома молодец вообще, тут смотрите, что творит. Вон антенны под уном ходят. Пам-парам, он как этот, как жук-усач какой-то. Ну, естественно, проходимость, видите, все, он тут адекватно едет. На те пирамиды Кеопса, скажем так, не полезем. И ёпса. Да, давайте тут посмотрим, как играет подвесочка. Все замечательно, все приятно, адекватно ходит, у нас бродит. Не знаю, брод полезем, не полезем. Ну, давайте полезем. Давайте укупим его. Все по лобовой стекло, ребят, все как положено. Давай, газы, пока не стали. Пока гидроудра не поймал. Эх, давай, давай, шишига. Гильдину, как говорится. Все отлично, ребят, адекватный, красивый, приятный модик полного функционала. Тут всего выше крыши просто. Все на русском языке, куча колес, куча аддонов, куча прицепов, ребят. Отличная анимация, отличная проходимость, как говорится, все есть.
идет просто на ура. Еще раз повторюсь, ребят, данный мод будет продавать сам автор, поэтому ссылочка на автора будет под видео на канале, в группе. Подписывайтесь, ребята, в группу ко мне на канал. Подписывайтесь, будут конкурсы по группе. Как только наберется 2000 подписчиков в группе, ребят, будет конкурс, будет разыграна лицензионная игра, Steam игра Battlefield Company 2. Работающий мультиплеер, вот лицензия. Вот. И также будет конкурс, как только наберется 2000 подписчиков на канале, ребята. Так что с удовольствием буду вас видеть. Буду вас видеть в своей группе подписчикам и на канале, естественно. В конкурсе, ребят, будут участвовать в розыгрыше. Естественно, требования — обязательная подписка на мой канал и на мою группу. Вот. Мониторьте всю информацию. В основном видео, как бы, я не пишу там посты по поводу розыгрыша. Как бы, кто смотрит видео, в основном в конце видео. Могу я в середине где-нибудь ляпнуть, могу вообще забыть сказать вам про конкурс, да, про розыгрыш. Поэтому, ребят, смотрите видео, вся информация в видео, времени лишнего, скажем так, нет писать там посты, не там что-то рекламировать. Пишу обзор, если не забываю, то говорю. Поэтому вот такая, ребят, информация по поводу розыгрыша, по поводу данного автомобильчика, еще раз повторюсь. Ссылочка, ребят, будет на автора под видео на канале. Значит, проходите к Роману, и все вопросы по поводу приобретения, все туда, в разную часть. Давайте поставим что-нибудь еще из прицепов. Давайте цистерна, где у нас была цистерна. Так вот. И дефолтные сандали обуем. Станем тут как-нибудь так. Костюм охотник. Даже как-то поближе, наверное, надо. Сейчас. Вот так вот можно щелкнуть. Давайте сделаем такой скрин. Сделаем подальше скрин. Вот такой. Вот. Так что вот, ребята, автомобиль на 5 с плюсом. Автор мода Рони, ребята, как обычно. Куча анимации. Анимации кабины, дверей, карданов, брызговиков, манипуляторов, защиты фар. Все, ребят, короче, анимировано. Все, что можно. Вид обалденный у мода. Куча аддонов. Все на русском языке. Ссылочка на автора для приобретения будет под видео на канале. Также в моей группе, ребят, проходите. Подписывайтесь на группу, на канал. С вами был, как всегда, Драйвер51Рус. Роман, за мод очень большое спасибо. Было приятно прообзорить. Обалденный, красивый ГАЗ-34. Ребят, всем советую. Мое мнение, хорошая машинка. Цена достойная, как бы. Поэтому, на мой взгляд, я бы вам посоветовал, конечно, приобрести мод. Ну, нет желания, можете не обретать. Не приобретать, как бы, поэтому. Плюс много доработок различных похожих от Рони, тех же самых шишек. Поэтому, ребят, есть возможность — покупайте, нет возможности — конечно, катайтесь на том, что есть в свободном доступе. Пока возможно, что Роман, может быть, что-то сделает для свободного доступа, какой-нибудь автомобильчик, я думаю. И так, в принципе, он много там модов понаделал, просто кучу, уйму всяких различных модов. Поэтому, как бы, грех жаловаться, человек тратит свое время, поэтому благодарность, как бы, за его труды. У кого есть возможность, ребята, приобретайте автомобильчик, кому нравится. Ну, кому не нравится, конечно, ставьте там дизлайки, пишите всякие какашки, как вы это можете.
Вот. Кому нравится, ребята, ставьте лайки, делитесь видео. Кому не нравится, пишите дизлайки. Вы пишите, ставьте дизлайки. Комментарии мне все равно все отключены. Нет у меня времени отвечать или читать всякую лабуду, которую пишут некоторые неадекватные товарищи. Вот. Все. Наверное, на этом буду обзорчик заканчивать. Обалденный мод. Ребята, Роман, тебе огромное спасибо за предоставленный мод на обзор. Ссылочку на тебя я конкретно выкладываю под видео на канале, в группе, также в разделе товаров. Все это будет. Ссылочка прям на Рому. Проходите, ребята, и общайтесь с Романом. Вот. По поводу, у кого есть желание сделать какой-то приватный мод, также можете обращаться к Роману, договариваться, и уже Роман сам там посмотрит. Можете к Роману обращаться по поводу сделать какой-нибудь приватный мод для себя, если есть, конечно, у вас возможность. Вот. Все. На этом обзор заканчиваю. Всем удачи, всем пока. Конечно, главное здоровье, мирное небо над головой, весеннее настроение. Все, удачи.